Здравствуйте, мои дорогие друзья! Извините за шум ветра. С вами Марина на канале «Русская душа». И я хочу вам показать яблоню. Яблоню, на которой висят яблочки. Смотрите, мы находимся в городе Видное. Это очень рядом с Москвой, 7 километров от МКАД. И посмотрите, какую я увидела скульптуру. Просто невозможно было не остановиться и не подойти к этой яблоне. Посмотрите, яблочки. Вы посмотрите. Металлические. Это гербы городов. Вы видите? Тоже в виде яблочка. О, какая красота! Вы видите? Вот. И столько яблок. Вы посмотрите, какая красота. Маленькие побольше листочки. Боже, как здорово! Я в восторге. Я в восторге. Вы посмотрите, как она шикарно выглядит, эта яблонька. Боже мой! Такие корни и ствол такой мощный сделали. Такое, знаете, как не молодое дерево. Кора такая у нее на стволе. Красота! Давайте поближе еще посмотрим. Вот какие корни у нее. Видите? Кора. Она металлическая, внутри полая статуя, скульптура. И яблочки золотые прямо. Ой, как здорово. Ну вот видите, творение человеческих рук. Как это прямо... Я не могу, я прям в восторге. Как ребенок, столько радости. Город Видное. Один из новых микрорайонов. Красота. Ну все. Заходите, еще что-нибудь вам буду показывать. С вами была Марина.